Всем привет, друзья! С вами снова Денис, канал Wonderful World. И вот спустя многие годы я снова в Бангкоке, в Таиланде. Я здесь был последний раз, по-моему, в 2020 году транзитом. Ну а полноценное путешествие у меня было в этом удивительном городе в 2017 году. Ну а последний раз я был на острове Пхукет, это был 2018 год. В общем, давненько я не был в Тае. Здесь все очень круто, и я рад быть снова здесь. Мы с вами находимся в парке Чатучак. Это такой центровой парк в Бангкоке. Здесь очень красиво. Интересные виды открываются. Получается, что здесь проходит метрополитен. Также здесь расположен парк. И знаете, такое интересное сочетание природы с городской инфраструктурой. В этом парке, друзья, очень красиво. Много людей приходит сюда, чтобы передохнуть. Друзья, сейчас мы с вами находимся на известной ночной улице Хао Сан. Азиатский рынок, которых я посетил на своем пути множество, просто здесь, как вы понимаете, продают уличную традиционную бангкокскую тайскую еду, продают шмотки, сувениры и много баров, клубов, ночных заведений. Такое шумноватое, конечно, местечко. Я, друзья, думал, это всего лишь одна улица, но это целый квартал Хао Сан, где вот такая бурлит ночная жизнь. На улице стоит такой запах травы. То есть здесь по закону вроде бы уже разрешили людям курить травку. Так, друзья, продают различные виды каннабиса. Я не знаю почему, но здесь продают вот такие вот костюмы официальные. Не знаю почему, кстати, вот очень много. Ночная прогулка, ночная пробежка. Where are you going? Thank you.
диванчик. Все очень комфортно, уютно, красиво. Правда, вид из окна так себе на застройку. Завтрак чемпиона. Мы с вами находимся на вершине храма Ватсакет, который называют местные жители как храм Золотой горы. Это место является святым для тайцев, для жителей Бангкока. Он имеет древнюю историю еще со времен империи Аюдхая. Панорама красивейшая просто. В общем, друзья, я решил взять тур на лодке, который стоит 2000 бат. И
сейчас мы с вами отправляемся осматривать Бангкок на этой уникальной лодке просто. Выручил мужика. Thank you. Bye-bye. Последний раз в Чайнатауне, в Бангкокском, я был в декабре 2016 года, и быть здесь снова спустя столько много лет символично. Приехал я сюда после своих путешествий по островам Самуи и Панган. Такой вот ливень. Дороги размыло. Thank you.
центровой шопинг-молл, где расположены все бренды в одном месте. Такая совокупность торговых центров под названием Siam Center. В общем, здесь можно затариться под любым брендом. Пойду я в ней на свидание, наверное. Всего лишь ничего. Давно я не принимал ванну. Ну, а здесь можно поспать нормально. Либо здесь. Сейчас мы с вами находимся в очень таком удивительном торговом центре, который называется как Icon Siam. Он реально исполнен в таком тайском стиле. Такой, друзья, заказал блинчик с бананами, яйцом и нутеллой. Называется ротти. 100 бат. Что может быть лучше рожка мороженого во время шопинга? Прям город с поездами живыми двигается.
Сейчас мы с вами находимся на террасе торгового центра Icon Siam. Здесь просто открывается нереально красивый вид на Бангкок. Сейчас мы с вами находимся у храма утренней зари, который называется как Ватарум. Билетик в храм Ватарум стоит 100 бат. В принципе, цена недорогая. Это того стоит. Я здесь уже нахожусь второй раз. Первый раз был в 2016 году, в декабре. И вот с каждым разом я не перестаю удивляться этой красоте, потому что храм поистине является красивейшим в Бангкоке. Что самое интересное, он сделан из фарфора. Здесь находится 5 башен, и самая высокая башня составляет около 80 метров, остальные 4 по 16 метров. Много фарфоровых деталей составляют основу этого храма. Такие маленькие кусочки фарфора по всему храму. Это просто удивительно. Ходит легенда, что якобы здесь проходило китайское судно с фарфором, и судно потерпело крушение, в результате чего корабль затонул, и люди достали этот фарфор со дна реки Чаопрай, святая река, кстати. И этот фарфор, в общем, нанесли на этот храм. Интересная легенда, не знаю, правда это или нет, но легенда интересная очень. Целые тарелки, которые вбиты в стену этого храма. Невероятно красиво просто. Отличная работа. Все сделано очень утонченно, и передать, конечно, эту красоту через камеру невозможно. История храма Ватарум насчитывает более 300 лет. Этот храм уже существовал во времена правления королевства Аюдхая. รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและไปปากคลองตลาดได้ที่ท่าเรือนี้สำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนี้กรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือ Next Pier ราชวงศ์ Next Pier Icon Siam. Icon Siam,
สำหรับผู้โดยสารที่จะขึ้นท่าเรือนี้กรุณาเตรียมตัวรอบริเวณด้านท้ายเรือ. Мы находимся в интересном месте, которое называется как Азиатик. Это огромнейший торговый комплекс под открытым небом, где множество кафе, баров, ресторанов, а также магазинов для покупки различных брендов. Друзья мои, шопинг-приключения подходят к концу. С вами был Денис, канал Wonderful World. До скорых встреч. Пока-пока.